Добрый день, пчеловоды. Пасека Ярик. На пасеке, на тракторе приехал забирать мед и выгрузил уже откачанные кассеты. Вот чем хорош павильон, можно его использовать как склад. Все сухо. Он привез с откачки. 5 или 6 этих ящиков с кассетами. Вот где отобрал, можно видеть. Не потревожил. Вот они выпучились по одной кассете. И не выпучились. Здесь получается 6 кассет. 6 семей. Здесь у меня ящик с новыми рамками, сломанными, которые вязкость. Мед очень большая, высокая. Переломали. Дожди. Здесь обсушат, перетопим, наращим. Снова в дело. Ну вот пасека Ярик. Сейчас будет погрузка. Ящики довольно тяжелые. Килограмм, наверное, под 70. Надо придумать подъемный механизм. А тут били делать по кассете. Ну чем хорошо эти ящики, потому что пчелы не беспокоятся. Не лезу туда. Закрыл. Ушел, пришел. Как стояли, так и стоят. Вот наше транспортное средство. Это обычная телега. Сейчас перееду немножко поближе. Загружу и поеду. Ну, вроде все. Всем пока. Вот семя везде по-разному. Вот я пометил новые матки такими красными бумажками. Все матки покупные. А, некоторые сам выводил. Вон там пальчики, палочки. Это не покупные, не плотки. Быстро облетелись и подсадил. Ну, мы поедем по надкачку. Всем пока.